Ни дня без новых случаев заражения, и теперь почти каждый день новые смерти. Смертность у нас высокая – 5,3%. К примеру, в той же Америке, а она сегодня антилидер по количеству заболевших, процент смертности ниже, чем у нас. В мире немного выше – 6,8%. Пока мы идем по нарастающей. Специалисты говорят, это еще не пик заболеваемости. Пик впереди. Итак, ковид в Приднестровье ровно 4 недели. Первый случай зафиксировали 21 марта. За это время инфекция унесла жизни 13 наших граждан. Почти у всех общая беда. Обратились за медицинской помощью поздно. Ошибкой воспользовался вирус. А чем раньше обращаются пациенты на сегодняшний день за медицинской помощью, тем быстрее наступает выздоровление. Позднее обращение смертельно опасно для тех, у кого есть хронические заболевания. И это все 13 смертей в Приднестровье. Победивших ковид у нас пока 12 человек. Вирус у них обнаружили вовремя, не тянули с лечением. Результат – 2 подряд отрицательных теста и статус «здоров». Мы часто говорим, победить серийного убийцу, на счету которого десятки тысяч жизней, казалось бы, просто. Оставайтесь дома при любом недомогании, звоните врачу, не занимайтесь самолечением, берегите себя. Ковид не может победить, но как скоро он проиграет, зависит только от нас самих.